Опа! Всем это не интересно. Да. Более того, они понимают степень рисков, да, и опасности. Да. Потому что да. Что можно было? Ёб твою мать, Вадик! Мужским командам не может найти с ними общий язык. И связняется с детский юношеский баскетбол. А куда ты говоришь? Типа. Ёбаный петух! Ёб твою мать! Бирюльки не играю, понимаешь? Ёб!